Понедельник в Самарской области солнечно и без осадков. Плюс 7, плюс 10 днем, ночью 1-3, ниже 0. Северный ветер 3-5 метров в секунду. В Сызрани безоблачно, днем плюс 7, ночью минус 2, северо-восточный 4 метра в секунду. Тольятти ясно, в дневное время плюс 8, ночью минус 1, северный ветер 3 метра в секунду. В Самаре солнечно, днем плюс 8, ночью 3, ниже 0, северный ветер 3 метра в секунду, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 45%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.